истину! Открылся портал! Нам нужно силой дружбы его! Тоже не сила дружбы! У меня есть вот это! Майнивно, с вами, всем привет! И сегодня с реакцией на видео с канала Humas. Это игра мечты своими руками. Наконец-то будет продолжение, потому что предыдущий видос был шикарен. Понравилось смотреть. А, сразу скажу, я не дома, но я буду дома и буду снимать видео и в старом виде, потому что мне начали писать комментарии. Твои изменения, ты скатился, Влад, ты стал хуже. Да, я стал хуже. Понравилось смотреть. Предыдущий. Серии. Поступило срочное задание. Отправиться в лабораторию и заполучить важный документ. Как же это круто сделано, на самом деле? Давайте. Чё-то что не стало, куда туда шли. Сука, сдохли. Ни в коем случае не используйте экспериментальную сыворотку, которую вы можете найти в лаборатории. Приступить к выполнению. У него мозгов на это был, не хватит. Мозгов, блин. Это не смеет надо мной так смеяться. Что я сделал? Чинитесь, лечитесь. Follow me, мой любовь. А, я не могу протиснуться в эти блядки. База, прием, база. Роман, мать его, больше не жилец. Он принял сыворотку. Нейтрализуйте, мужичка. Ну, это чтобы самое, как бы, самое месиво, точно. Ну, а теперь пора покончить с этим раз и навсегда. Вот после таких видосов хочется поиграть Гаррис Мод, но ты заходишь в Гаррис Мод и больше не хочется в него играть. Очень странное ощущение, короче. У меня так много с большим количеством игр. Но это не умеет веселиться. Мне кажется, если с ними пойти, было бы весело. Туман прямо рассеялся, жуть какая-то творится. Нам нужно назад, срочно. Дюк, уходим, отступаем. Не задерживайся. Он своего, что ли, лупанул? Творится полный кошмар. Ну что, бойцы, поехали вниз, пора возвращаться к этому. Кен, правильно, документируй все происходящее. Эта запись должна попасть правительству. Правительство, мать вашу, посмотрите, что вы сделали. Ой, сколько же мы здесь начудили, на. Ой-ой-ой, привет. Он идет. Блин, еще положили. А, ну это смерть, понятно. Я закрылся. Поднимайте бойца, я его отвлекаю. Нет. Бегите. Ты нас подставил, Кевин. Бегите сюда. Билл, ты что там делал? Я его отвел. Уходим. Ты на там закрылся. Быстрее открывайте. О, птичек, нормально. Все, куда ты мне подруга? Закрывайте дверь. Блин, у него самая веселая роль. Играть за монстра. Кевин, нет! Так, я побегу, побегу его спасать. Ой-ой-ой, это что за мувы? Отвлекайте его, его. Нет, не сюда. Это что за мувы, вообще непонятно. Роман. Старина Дюк, ты все такой же смешной, как и всегда. Иди в жопу, Роман, я не выйду отсюда. Блин, что ты, блин. Надо. Мы его застанили, быстрее уходим. Быстрее, в коридор. Быстрее. Мне нужно издалека по нему. Отвлекайте его сюда, сейчас я с той стороны хлопну по нему. Скажи, это сукин ты сын. Кевин, уйди с дороги. Очень побахнет. Очень-то... Тиммейт мечты. Бессмертный, я тебе сейчас еще раз такую добавочку. Стой смирно, тварь. Ты еще своего положишь, последнего. Да? Я в него попал, он убегает. Ой, я вернулся, ребят. Убегаем в лифты. Кевин был на волоске от смерти. Кевин просто чудом выжил. Как ты себя чувствуешь, парень? Камера нормально, цела? Работает. Не разбилась. Так, Кольцов, мне база сказала провести анализ компьютера местного на среднем этаже. Говорят, там есть важная инфа. Давай за мной пошли. Что же там скрывает от нас эта лаборатория? Сейчас будет реклама, да? Не. Походу это анонс Гаррис Мод мерча Humas'а в коллабе. Ой. Нет, слушай, ну крутой какой-то мерч. Нет, кстати, мерч классный. У нас еще интересного есть. Автор дважды покушать получается, кошмар. Вот это наесться. К выполнению, приступить.
Остались ученые, посмотрите. Ученые, они вроде добрые. Они вроде добрые. Не по ним стрелять. Кевин, мать твою, ты смотри. Зачем друг друга-то теперь бьете? Катеркой. Шоковая ситуация просто. Давайте, ребят, заходим. Я надеюсь, тут будет еще один ученый. Женщина, стойте! Женщина, бегите. Угомонитесь, дамочка. Дамочка, послушайте меня внимательно. Дюк. Сломал. Дюк на связи. Я его узнаю. Женщина, послушайте меня внимательно. Полетел на ноутбуке. Меня внимательно. Вы сотворили настоящее чудище. Кевин, молодец. Услышьте меня внимательно. Если вы хотите жить, вам нужно помочь нам запустить этот чертов реактор. И мы уничтожим чудище, которое они сотворили. Так, Дюк, ты тут у нас самый смышленый. Будешь слушать приказы этой женщины. Да, какие все, кнопки нажимать? Ой-ой-ой, кто пришел? Тоже это видите? Похоже, чудище мутировало. Ребята, нам нужно сразиться с ним. Что мы сделаем? Но для начала, ребята, посмотрите, что... Когда купил новый скин в Фортнайте чисто. Я припас в своем рюкзаке. О, да! Мстительный. Подождите, бойцы, всем хватит. А, то, что там... Погнали, бойцы. Я понял. Сука, мы тебя нейтрализуем. Ну, то есть там... Ну, ладно. Давайте, бойцы, у вас все получится. Я чуть не обрыгался. Он огромный стоит. Какой он здоровый, кстати, еще больше. Мы должны его отвлекать, пока Дюк активирует эту х**ю. Ой-ой-ой, ваншотом. Вот дерьмо! Эта тварь положила Джона. Поднимай, поднимай, поднимай. Я отвлекаю. Я понимаю, прикрывай, прикрывай. Капец. Отвлекай, отвлекай, отвлекай. Спасибо. Не активируется реактор совершенно. Где он опять? Он такой, он такой, он такой. Он супер быстрый. Он супер агрессивный. И супер большой, и супер сильный, ребята. Через стену, нет, а уже читы. Ой, 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 о! Ребята, я вам, я вам помогу. Джон, Билл, как ваша ситуация? Давай, давай. Они падают. Дюк, я сейчас... Почему свет выключается? Я сейчас помогу вас. Сейчас, быстрее, Билл. Ребята, быстрее, 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 быстрее. Нет! Боже, они потеряли Билла. Все, ребята, я разобрался. Сейчас мы его включим. Минус Билл. Ребята, что? Я пришел в чувство. Он пришел в чувство. Вот они, аниме повороты. Убивай, пожалуйста. Роман, Роман, мы же с тобой, мы же с тобой хорошо общались, Роман. Вам нужно загнать его в середину. Открылся портал. Нам нужно силой дружбы его. Тоже сила дружбы. У меня есть вот это. За вами. У меня только это. Я вам еще подсветку включу, чтобы лучше видно было. Получай, тварь, я его взорвал. О, блядь. Он сейчас потеряет равновесие и упадет в эту... Я теряю равновесие и падаю в эту яму. Добил. Шикнул его спингером, молодец. Ребята, кажется, база начинает рушиться. О, нет! Нам нужно уходить. Эти актерские, это актерское мастерство просто невероятное. Нам нужно покидать быстрее. Бежим отсюда. Кевин, Кевин, давай. Открой нам дверь, Дюк. Твою мать. Давай быстрее. Я выбиваю, я выбил дверь. Убил ученого? Женщину. Ученого убил? Женщину. А, чтобы а, не создавало а. Больше никаких вирусов. Я уходим, понял. Убегаем быстрее. Все, бойцы, покидаем. Она все-таки была живая. Уже нет. Что это за кнопка? Не надо. Джон, я кнопка самоуничтожения паузы. Быстрее, тут же все, все уже мигает. Давайте, 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 быстрее. Джон, ты не читал книгу юного спецназовца? Пойдемте. Погнали, ребят, нужно убираться. Я это чувствую. Чего? А что это такое? Кажется, я знаю, как с ним разобраться. Эй, робот, сукин ты сын. Сколько будет 150 плюс 150? Я не могу ответить на этот вопрос. Робот, скажи 300. 300. А с*** тракториста? Это просто моральное уничтожение максимальное. У тебя всегда было хорошее мышление. Легчайшее, просто легчайшее. Надо сказать базе. Базе. Батя. Робот, замуться. Робот. Режиссер. И сценарий Азов. Это гениально, это гениально. Респект тому... Что?
Ты шо? Мне респект отправили. Я буду в кружочке, еще в одну кружочку. Кошмар. Вот это вообще какая-то рекурсия начала. Ну, покланяюсь хотя бы. Спасибо. Ребята, ссылка на Хумаса в описании. Приходите и подписывайтесь. Обязательно. Прямо сейчас. Ссылка в описании. И на меня подписывайтесь. И тоже респект мне придавайте. Ссылки писали, пишите ему в комментариях, что респект тебе, а не мне. Забейте его респектами. А так всем удачки. Всем пока.